Здравствуйте, мои дорогие гости страницы, уважаемые подписчики. Я с удовольствием продолжаю рубрику «Весна стихами» и прочту вам замечательное стихотворение Ирены Булановой, которое называется «Я в жизни не боролась за мужчин. Зачем?» «Я в жизни не боролась за мужчин. Зачем?» Ведь это, в принципе, неверно по ряду обстоятельств и причин. А главное, бессмысленно, наверное. Не знаю, то ли гордою была, и это действо мне всегда претило, а может, свои нервы берегла и молча без скандалов уходила, войны не объявляла никогда, соперницам и не стращала кара, я просто уходила навсегда. Такой мужчина мне не нужен даром, бороться и кричать я не отдам, потом всю жизнь терпеть и унижаться, не верить ни глазам и ни словам, и ежедневно за любовь сражаться. Спаси и сохрани меня от этих бед, меня, Всевышний, нынче и впредь тоже. Любовь, она или есть, или ее нет. Тут третьего, по сути, быть не может. Пусть будет тот, кто не предаст любовь, кто будет тверд в принципах и в чувствах, кто испытал и знает эту боль измен, коварных с привкусом распутства. Я в жизни не боролась за мужчин, и 100%, что уже не буду. И даже тот, кто мною так любим, он тоже исключением не будет. Он есть, но не борюсь я за мужчин. И это мое правило, мой принцип. От юности до серебра седин. Одна из самых главных моих истин.